Добрый день. Попробуем распознавать цветы с помощью приложения для Android. Сейчас на экране у нас ромашка. Он правильно определяет, что это ромашка. Потом мультфильм. Раз ромашка. Два ромашка. Тоже правильная. Тоже ромашка, тоже правильно определил. Так, теперь перемещаемся к одуванчикам. Первый одуванчик. Второй. Вот сначала думаю, что это ромашка. Когда нормально попадает в кадр, то пишут уже одуванчик с вероятностью 77%, где-то так. Так, теперь роза. Это у нас роза. Опять роза. Еще роза. Теперь у нас будут подсолнечники. Подсолнухи. Пишут подсолнухи. Еще подсолнухи. Еще с вероятностью 98%. Роза. Тапанчики. Ромашки. Все, спасибо за внимание. До свидания.